Андрей Гоголев, чемпион мира по боксу, родился 17 мая 1974 года в Семеновском районе, тогда еще Горьковской области, и все детство провел в детском доме. Говорит, что часто вспоминает это время. В 11 лет он и еще несколько ребят познакомились с выдающимся, как рассказывает Андрей, тренером по боксу. Игорь Викторович Голубков пришел, 21 год, молодой парень, закончил институт, пришел заниматься боксом, да. Он не был никаким великим там спортсменом, чемпионом мира. У него просто была идеология и было какое-то такое стремление, чтобы воспитать хорошего парня. Да, этот из 20 человек он воспитал одного чемпиона мира. Его первая победа была на областных соревнованиях. В 90-м году получил мастера спорта, а в 2001-м – заслуженного тренера. В этом же году стал чемпионом мира в весовой категории до 75 килограммов. Побывав во многих странах, на чемпионатах, он никогда не забудет своего детства, своего детского дома и воспитателей, а еще своего тренера, который дал путевку в свободную жизнь. Надо в детские дома объезжать и каждому воспитаннику собирать их в зале. Там в актовом зале, да, и говорит, что ребята, занимайтесь хотя бы физкультурой. И самое главное, чтобы у них там работал там учитель, да, или какой-то педагог, который преподавал физкультуру. Сейчас у него семья, дочь, хобби, рыбалка и спорт. А недавно он стал депутатом Земского собрания Городецкого района.